Привет, привет, мой дорогой друг. Спасибо, что ты смотришь на моем канале мое видео. И сегодня мы с тобой нарисуем пони, да? Пони, у которой любовь. Любовь в пони, так сказать, нарисуем мы. И для этого понадобится водичка, палитрочка, салфеточки. Вот здесь у меня есть какие-то кисточки, из них я выберу, скажем, вот острую кисточку потолще, острую кисточку поменьше, ну, какую-то кисточку для деталей. Я еще выберу номер 2 тут у меня. В общем, сюда имею набор. И вот. И нужны будут красочки гуашь. Белая, желтая, черная, красная, коричневая, фиолетовая. И я еще положила синюю, возможно, я ее использую. Так, давай с тобой будем начинать. Начинать мы будем с белой красочки. То есть возьмем, наберем белой красочки. Вот это у меня запачкалось. Ну да ладно, пусть я сейчас все вытащу. В процессе залезла синяя кисточка. Белой тело. Подмешаю. И окей. И окей, подмешаю, окей. В общем, вот белую я тут набрала. Мне для эскизика как раз будет хорошо. Так, оживляем белую красочку. У меня кисточка вся испачкалась, я ее в баночке оставлю, возьму другую. Вот, оживляю белую красочку. Для начала я белым цветом намечу наш эскиз. Пони я хочу сделать, все-таки я думала, сделать ее беленькую, а потом думаю, сделаю я ее чуть-чуть фиолетовой. Смотрите, примерно листик визуально делим напополам и чуть-чуть выше листика, даже вот так, ставим две точечки. Это будет наша мордочка. И от этих двух точечек я рисую чуть-чуть в стороны, такие вот намечаю себе, как бы, мордочка моей пони будет мордочка, да? Затем здесь же, примерно вот где эти точечки, здесь я намечаю и нарисую я вот такой вот у нее будет рожок. А вот до сюда. Вот так вот. Хочу вот так вот проведу, и это будет у нас такой рожок. Затем у нашей поняшки будет, давайте намечу я ей вот такой вот носик. Здесь будет носик. Здесь у нее будут глазки, сразу помечу, глазки я давайте закрашу сразу пони просто беленьким цветом, два таких вот кружочка. Потом мы дорисуем зрачки и будем делать глазки. Так, два кружочка. Потом давайте нарисуем тело нашей пони, то есть оно уширяется к низу. К низу уширяется тело, вот такое будет у нас тело. Здесь мы на теле намерим, давайте, будет копыться у нее вот так вот, она будет держать у нас в ручках сердечко, да, вот здесь черненьким все потом обработаем, намечаем, чтобы не потеряться в рисуночке, когда мы будем его разукрашивать. Так, давайте нарисуем теперь волосики, да. Где-то прядочка вот так дугой пойдет. Раз. Где-то прядочка. Давайте здесь гриву нарисуем. Вот так. Вот грива. Ну, кусочек какой-то здесь будет торчать. Прическу нарисуем. Здесь тоже может быть вот кусочек гривы. Вот так вот. Прядочка такая. Хоп, мы эти прядочки разукрасим. Здесь вот прядочка такая. И что-то там. Что-то там тоже какие-то прядочки. Ушки. Раз, два. И внутри. Розовеньким сделаем внутри. Раз, два. Вот такие ушки наметили нашей поняшки. И давайте сделаем ей волосы теперь. Вот раз. Просто такие прямые линии. Два, три. И еще одна. Разделим. И сюда давайте раз. Можно, конечно, сделать из цветов радуги тоже эти
порядочке. Смело выходите за листик, не бойтесь. Не бойтесь. Так, может быть, еще чуть-чуть побольше я дорисую глазки более круглее. Второй слой положу, заодно будет посветлее, пускай подсыхает. Так, давайте приступим к разукрашиванию нашей пони. Она у нас должна быть фиолетового чуть-чуть цвета. Вот у меня есть белый, я набираю совсем на кончике фиолетовый и высветляю белый и делаю его слегка фиолетовый. Вот такой фиолетовый. Можете белым делать. Я придумала, сделала, решила фиолетовым и, наверное, с розовыми волосами. И всю нашу пони я здесь вот закрашиваю аккуратненько здесь. Вокруг глаз все это дело обвожу и фиолетовым смело вот все фиолетовым цветом и закрашиваю. Работаем. Кисточку можете взять побольше. Смотря какой у вас листик. Подбирайте кисточки под размер листика. Так. Теперь мне нужна тень. Добавлю в мой оставшийся белый. Я добавлю еще фиолетовый. Вот. И сделаю тень. Тень цвет. Вот сделаю тень. Еще потемнее. Вот тень. Еще сделаю с этой стороны тень. Сделаю тень под лапками. Вот так сделаю тень. Сделаю еще тень потемнее немножечко. Потемнее оттеночек. Возьму и сделаю здесь где контур. Этим тоже где-то фиолетовым сверху сделаю ушки. Потемнее сделаю ушки. Ушки сделали фиолетовым. Прекрасно. И еще вот этим вот фиолетовым подмешивается примерно чуть светлее. Делаем. Можем сразу даже тень, пускай лапки будут. Так сделаем еще темнее выделенных. Так. Фиолетовый еще. Сделаем тень снизу. Раз. Раз. И здесь немножечко потемнее тоже. Оп. Все. Так. Пускай это все подсыхает. Займемся нашими волосами. Поиграемся с красным. Набираю красного. И сделаю, давайте, где-то прядочку, вот эту верхнюю, я сделаю просто красным. Просто красным. И здесь тоже я выберу красненьким. И еще возьму красненьким, сделаю где-то вот здесь. Вот. Не подмешиваю, просто аккуратненько красненьким цветом сразу все вот так. Хорошо, затем красный цвет я буду высветлять. Буду использовать теперь белый и высветлять. Наложу себе вот белый и буду высветлять. Так, чуть-чуть высветлим. Вот сделаем посветлее. Еще чуть-чуть нужно затемню. Чуть-чуть сделаю вот какую-то прядочку. Я с белым подмешала и сделаю ее посветлее. И
сделаю вот эту пряточку. Чуть высветлю. Так. Теперь, может, чуть-чуть подзатемню. Добавлю красного и сделаю еще подзатемню чуть-чуть. И вот эту чуть-чуть подзатемненную я добавлю еще. Здесь. И здесь между посветлее и так. Так, теперь я сделаю совсем прям светленький. Совсем вот прям светленький, да? И совсем светленький добавлю вот здесь. Чуть-чуть. Совсем светленький. И добавлю здесь. Совсем светленький. Совсем светленькую пряточку. И вот здесь тоже с этой стороны добавлю. Совсем светленькую. И вот красненький тоже возьму еще. И сверху сделаю еще красненькую. Вот так пусть подмешивается красочка. Это очень даже хорошо. Так. И здесь тоже каким-то красным хочется. Подмешаем в эту прядочку и подчеркнем вот здесь прядочку. Так, и еще набираем разные оттеночки, тоже сюда докладываем. Вот, можно в каждую прядочку красненькую еще кинуть светло-розовенький, чтобы было более у нас более живее все это. И розовеньким тоже сделаем серединочку. Наше ушко закрасим. Так, теперь займемся рожком. Рожок у нас будет желтый. Оживляем желтую красочку. И желтенький давайте сделаем рожок. Раз. Мы его разделили. И вот так вот. Хоп, пряточки. Два. Я делаю желтенький. Сразу пока желтенький есть цвет, можем сделать рефлексик на ушках. Желтенький. Можем добавить желтенький рефлексик. Волосы немножечко где-то. Вот так вот. Можем добавить рефлексик. Вот тут вот подмешалось. Очень красиво, смотрите. Так, желтенький мы высветлим с белым. Беленький и подмешиваю желтым. Сделаю банановый такой цвет. И здесь мы сделаем банан. Сразу мне захотелось очень этим банановым цветом здесь поставить какие-то вот такие сверху, как будто такие блесточки, точечки. Хочется, чтобы какая-то была более волшебный, более какой-то характер всего рисунка получился. Вот так вот точечки какие-то желтенькими или банановыми, где высветлим точечки вот такие. Хочется поставить еще. Так, промываем. Промываем. Набираем потемнее наш фиолетовый, который был на кисточку еще здесь. Здесь уже все посохло. И выделим, давайте, наш носик делаем вот здесь. Так, раз. Сделаем две точечки, поставим. Наметим пока что тоже фиолетовый. Будет две точечки фиолетового. Промываем нашу кисточку. Еще раз берем чистый беленький цвет. Беленький. И еще разочек я беленьким цветом здесь наши глазки вот подвыделю. Так, оп, аккуратненько. Хоп. Так. Глаза мы сделаем ей голубые. Беленький нужно смешать с голубым. Вот у меня здесь синий ультрамарин. Совсем чуть-чуть синего. Промываю красочку, кисточку промываю. Рядом дам себе белого и смешаю. Голубенький еще чуть-чуть темнее. Вот такой вот какой-то голубенький. И глазки давайте сделаем. Должно подсохнуть. Вот,
раз голубенький. И два голубенькие. Пускай подсыхают. Тень под глазками. Опять же, фиолетовый сюда вложу. Раз. Вот так вот аккуратненько. И потемнее фиолетовый. Это глазки у нас находятся там где-то в глубине, поэтому немножко здесь их туда. Так, розовый. Нам нужны розовые щечки. Наша будет пони стыдливая, ей нужны розовые щечки. Давайте розовые щечки мы нарисуем здесь. Так, раз. И два. Здесь уже все подсохло, поэтому стыд мы ей рисуем очень-очень просто. Так, хорошо. Переходим к черному. Набираем черный цвет аккуратненько. Будем черную красочку. И черненьким цветом нам нужно с вами нарисовать капуца. Раз, два. Капуца вот такие черненькие будут у нашей поняшки. И черненькие нужно нарисовать зрачки, но я пока нарисую, знаете, только улыбочку. Прокручиваю кисточку. Хорошо, чтобы был остренький кончик. Можете взять маленькую кисточку, фломастер, но я улыбочку сделаю черненький. Здесь сбоку. Вот так. Мы еще сердечко в руках. Вот она улыбается. У нас такой ротик у нее. И, пожалуй, ноздри я ее тоже сделаю. Вот так вот черненьким цветом. Здесь у нас все подсыхает. Здесь подсыхает, мы, да, когда все полностью высохнет, мы еще дорисуем зрачки и дорисуем еще ресницы. Пока еще до конца все это не высохло, поэтому я промываю кисточку. Можем темным фиолетовым чистым цветом сделать на ушках тень. Вот здесь, смотрите. Еще добавить можем тень на пони вот здесь, с краешком. И вот здесь. Подвыделить нашу пони, да? Можем красненький помешать теперь с черным. Смотрите, вот такой прям затемним красный, да, и будет у нас бордовый цвет, и сделать где-то бордовый, вот разделить еще бордовыми наши волосики. Где-то там в глубине будут какие-то волосики еще чуть-чуть с бордовым. Делить еще. И вот здесь вот тень. Пустись на волосиках. Вот так вот. Так, давайте нужно сделать еще нам. Будет здесь свет, но мы обыграем это, сделаем как блик, поэтому. Так, возьму тоненькую кисточку теперь. Тоненькую кисточку и черненький цвет. И сейчас очень такая кропотливый такой труд. Самое главное, оживляйте красочку, чтобы была красочка не жидкая, не загустая. Прокручивайте кисточку хорошо, чтобы попала красочка между волосками. И давайте теперь обведем сверху, как будто такой виделый век. Оп, черненький нарисовали. И с другой стороны тоже. Вот, и реснички давайте. Можете фломастер. Если вы совсем самый маленький, можете просто брать фломастер, чтобы вам было легче. И реснички давайте. Раз, два, три. Реснички. И с другой стороны тоже. Раз, два, три. Вот такие вот реснички. И давайте попробуем закрасить. Закрасить, может быть, уже подсохло. Сделаем черные зрачки. Прям вот посерединке я все это вот так аккуратненько, вот черненьким и нарисую. Смотрите, чтобы красочка подсохла. Вот. Так, давайте разберемся с бликами. Вот у меня чистая кисточка, и я прям в белый цвет туда ее баночку, хоп, чистую кисточку. Угу. Так, с бликами, взял на копытце блик. Раз, два. Здесь еще сердечко мы сейчас нарисуем. Пока давайте здесь еще сделаем. Ага.
вытираем. Смотрите, чистое, чтобы все было. Чтобы все было максимально чисто. Раз. И вот сюда. Два. Вот так вот. Там заодно у нас получится как свет с другой стороны тела. Раз. И два. Вот, оживляем по чуть-чуть нашу пони влюбленную. Наши влюбленные пони теперь мы дадим сердечко. Вот красный цвет я набираю. Красный цвет. Красный. Какой-то нечистый красный у меня. Запачкину в баночке. Все, сейчас я это подмешаю, чтобы плюс-минус одинаково стало. Вот. И аккуратненько теперь, конечно, мы нарисуем сердечко. Раз. Два и сюда. Где-то здесь вот будет держать вот сердечко такое, да? И нашему сердечку нужна тень. Что-то темненькое, бордовое мы находим. Тень. Нашему сердечку нужен свет. Светлое вот мы находим. Делаем свет для объема. Нашему сердечку. И, конечно, нашему сердечку нужен блик. Вот моя белая чистая кисточка. И давайте нашему сердечку сделаем. Раз, я делаю на темной части. Вот, вытираю. Вытираю, чтобы кисточка была чиста. И опять набираю беленький. Мне нужно нарисовать блики у нее в глазах. Раз. И еще по одной точечке. Можете феном все посушить. Я что-то ленюсь феном сушить. Поэтому я сразу. Оп. И давайте еще блик на носике здесь. Оп. В общем, какая-то такая у меня пони получилась. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Еще добавлю блик вот здесь. По-моему, очень, совсем даже очень неплохая, веселая пони получилась у меня. Так что, ребятки, до новых с вами встреч. Пока!